сегодня у меня настроение пухлое лицо, отечное лицо, поэтому я решила походить немножко в масочке и прийти вот в себя. А как вы ухаживаете за собой, девочки? Мне кажется, лучший способ остаться до конца своих дней без мужика, если ходить с такими масками. Но мне это не грозит, так как на острове свободных мужчин нет, поэтому... Поэтому умру в одиночестве. На 6 утра разбитая душа. Знаете, у нас тут гастарбайтеры на острове завелись, которые плитку ложат. Вам нужно? А почем плитка сейчас? Вы дорого строите? Настюх, слышишь, что там по бизнесу? По курсу доллара нормально упал? Нет, не знаешь? Что в стране малая происходит? Моя сладкая, что? Ты такая красивая. Девочка моя, моя сладкая. А какая попочка, хвостик красивый какой. Ути-пути. Настюнь. Мужика ищем мне или нет? Нам нужен мужик или нет? Как ты думаешь? Кастинг будем объявлять? Люби меня, люби! Опасности там. Пока, Борис, ребят, осторожно.
это нам не задавали. Надышали вообще. Записали в подвале. Оп! Суп на рушниках хали. Давай пускай на динамику. Отпускай, отпускай. А смотри, а с ним она пошла танцевать. Потому что она не чувствует опасности там. Нога болит. Танцуй, танцуй. Корень так не нужен. То счастье и успех. Ведь он вполне заслужен. Кстати, кроме Рабашова у меня есть еще группа Виагра. Ляю, люби меня, люби. Где песня? Та-та-та-та. Не исчезай, люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем. Сердце сжигая, люби меня, люби. Не исчезай, я умоляю. Танцы руками. Это второй трек, ребят, который вас зажжет, да. Да, да. Это Гиш? Танцуем. Как и самые большие. Белую фанерку. Хорошо. Для большой попы большие чипсы. А я слушаюсь тебя, да. Значит, знаю, я уже с этим достал, но чума-чел. Чува-сайт радиоактивный чел, и у него открывается суперспособность чумачечности. Ну вообще... Ребята, вы только посмотрите, какой у нас кайф. Мы на берегу моря смотрим фильм. Да, Никитосик. Да, Стюха тот. О, нифига.